Победитель команды Комтаркалинского района в поселке Тюбе прошел турнир по мини-футболу на Кубок любительской футбольной лиги «Дружба». Соревнования посвятили Магомеду Мессиеву, спасшему на канале тонущую мать с ребенком. За трофей боролись 16 команд. А вот кому он все-таки достался, расскажет Дан Шугом. Первое место в упорной борьбе футбольный клуб «КЗЛС». Кубок любительской футбольной лиги «Дружба» достался местной футбольной команде КЗЛС. Помимо трофеев для победителей и призеров, организаторы этих соревнований предусмотрели медали и небольшие денежные премии. В первую очередь стало вообще интересным вот, финальные игры, вообще неожидаемо. Имеется в виду фавориты, которые мы рассчитывали, кто может выиграть, они как раз таки проиграли. Ну, очень интересным получился вот полуфинальный и финальный игры. Среди призеров, соответственно, дружины из поселков Шамхал и Загородный. Не остались без внимания лучшие футболисты в различных номинациях. Победу среди нападающих одержал студент третьего курса физкультурного факультета ДГПУ Мухаммед Курбанов. Его техника владения мячом не расставила в тупик оборону соперников. Первый раз кубок выиграли, рады этому. На Лиге Дружбы мы заняли 5-е место. Ну, так. И вот первый раз кубок выиграли, дальше будем играть, выигрывать, стараться. Спор за почетный трофей 16 команд из Махачкалы, а также из близлежащих населенных пунктов Кракмаскалинского района вели в течение месяца. Сначала играли они по круговой системе, а затем сильнейшие определили лучшую дружину на стадии плей-офф. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Расул Дебиров. Время новостей.